Адам Садахар, название от режиссера. Он встретил людей, которые от Бога не прячутся, подобно Адаму. Он был поражен, когда он приехал на первые съемки. Это первый раз он приехал на Афон. И был поражен этим людям, которые выходят навстречу Богу, которые всю свою жизнь принесли в жертву для того, чтобы общаться с Богом. Они Богу говорят: мы хотим с тобой общаться, мы хотим с тобой разговаривать, мы хотим с тобой лицом к лицу. И они говорят: да, мы тоже с ошибками люди, мы грешные люди, но мы всю жизнь принесли на этот жертвенник, на жертвенник. Там вот в фильме есть такие слова перед постригом монаха, они звучат: «Прими, Господи, раба твоего, который приносит себя в живую жертву». Люди принесли себя в живую жертву практически, от всего отказались, то, что свойственно обычным людям миру, для того, чтобы Бога обрести, для того, чтобы быть с Ним лицом к лицу. Поэтому автор фильма, режиссер фильма, он как озарение было, этот вопрос у него возник в уме: где ты, Адам? И здесь он встретил людей, которые подобно Адаму не прячутся. И здесь уже каждый зритель себе сам задает этот вопрос на протяжении фильма: где он? Прячется он, не прячется? Где он вообще на пространстве бытия? Поэтому вот Адам Садахар. Идея появилась этого фильма благодаря тем людям, которых зритель видит на экране. Именно их образы, их портреты, их образ жизни вызвал то желание, чтобы зафиксировать то, что видели глаза, то, что слышали уши. Когда я с ними познакомился в 2005-2006 году, это вызвало такое сильное потрясение, что как роса стали сыпаться различные заметки, мысли о каждом, о многих из них, которых сегодня зритель видит на экране. А в 2008 году пришла идея это все зафиксировать с помощью кино. И идея вынашивалась до 2014 года. Только в 2014 году игумен монастыря Адахиар, старец Григорий Зумис, главный герой фильма «Где ты, Адам?», Адам Садахар, разрешил начало съемок. И разрешил после того, когда я ему пообещал, что мы все снимем честно и не будем ничего приукрашать. И идея состояла в том, чтобы зафиксировать атмосферу монастыря Адахиар для истории, для человечества. Почему решил поделиться? Потому что невозможно было не поделиться. Это не та история, когда мы ищем какую-то тему для кино, кому-то чего-то хотим рассказать. Ни в коем случае у нас никаких таких задач по отношению к зрителю не стояли. Задача стояла только одно – зафиксировать атмосферу монастыря Адахиар и поделиться этим с другими. Настоящая история, настоящая культура, настоящее искусство, оно не требует каких-то длительных поисков. Если мы откроем наши глаза, если мы научимся видеть вокруг происходящее и видеть других, и слышать других, то мы увидим, что мир вокруг нас прекрасен. Мы будем в голосе другого слышать не бормотание, а соловьиное пение. Мы будем видеть, что вокруг нас окружают прекрасные, замечательные люди. Собственно говоря, фильм можно снять о любом человеке, который находится рядом на нашем жизненном пути. Но для этого необходимо научиться смотреть, научиться видеть и замечать другого. Длительный процесс создания, много слез, много переживаний, и, ну, слава Богу, это получилось. Еще в 2008 году стояла очень важная передо мной задача, когда только возникла сама идея, чтобы фильм не вызывал никакого ажиотажа ни у кого. Ни афонского, ни греческого, ни религиозного, ни монашеского. Для нас было крайне важно момент уважения. Уважение к тем, кого мы снимаем, и момент уважения к зрителю, которому мы показываем фильм. Потрясающая вещь происходит в этом фильме. Сценарий и сюжет выходят
за пределы экрана поселяются в сердце каждого зрителя в отдельности, и у этого зрителя начинает вместе с фильмом какой-то развиваться свой сценарий, свой сюжет. И самое потрясающее, что когда зритель приходит второй или третий раз, то это происходит, у него новое кино. И «Адам Садахар» — это совершенно новая картина. Он играет на тех переживаниях, на тех эмоциях, на тех мыслях, с которыми в этот день просмотра пришел человек. Поэтому многие нам говорят о том, что «Адам Садахар», он некоторых пробуждает от спячки. Некоторых, кто спешит, он приостанавливает, говорит: «Остановись». «Адам Садахар» как бы такая территория, личная территория. И поэтому, когда мы слышим, что «Адам Садахар», у одного это кино об этом, у каждого это кино, он говорит: нет, нет, в общем, у каждого это кино о своем. И для нас это, на самом деле, для авторов, это большая победа, то, что нам удалось не вторгаться на территорию сердца и ума зрителя. Отказались здесь в фильме, где «Адам Садахар», нет нашего мнения, нет нашего взгляда. И не потому, что мы убрали руки с фильма, мы отказались, чтобы зритель воспринимал фильм, воспринимал героев через нашу призму, через наше мнение, через наш взгляд. И отказались именно потому, что верим в то, что Бог может разговаривать с каждым человеком лично, без нашего посредничества. И точно так же герои фильма, зритель может встретиться точно так же с героями картины лично. И вот эта личная встреча – это очень важный момент. Я знаю только то, что с каждым днем я становлюсь еще больше грешником, к большому сожалению. И думаю, что мы все идем на пространстве жизни и приобретаем только некоторую усталость. И с каждым годом мы становимся еще большими грешниками, чем были. И все заключается, вся Вселенная заключается только в милости Господней, только в милосердии Божьем. И только в надежде на это. Я рад, что Адам Садахар был, потому что это было бы самым большим преступлением, если бы его не было. Это было бы то, о чем нельзя молчать. Нельзя было об этом молчать, это нужно было с помощью кино, или с помощью книги, или с помощью... В этом-то и заключается творчество как таковое, что нужно делиться прекрасным, то, что ты видишь вокруг. Вот вопрос, нужно ли делиться? Нужно ли делиться? Здесь для меня очень ответ простой. Все, что вызывает положительные эмоции, положительные чувства в жизни других людей, возвышает человеческий дух, этим делиться нужно. Я очень благодарен режиссеру фильма Александру Запорощенко, то, что, ну, скажем так, вот я как заказчик, как продюсер, как тот, кто ставил задачи, как бы то, что я хотел, вот это атмосферное погружение, у меня нет никаких претензий к режиссеру, потому что это на самом деле и тот язык, и тот подход, и тот стиль, который он подобрал. Но он-то на самом деле... Александр Запорощенко, для него Дахиар и монахи Дахиара тоже стали родными и близкими людьми. Это не просто были съемки фильма со стороны. Режиссер фильма старался жить жизнью монахов, старался быть в их графике, старался с ними просыпаться, вместе молиться. Он больше, чем с камерой, бегал. Он бегал с тачкой с бетоном и с метлой, и делал все те работы, которые делают монахи. Поэтому это было достаточно жестко. А третья экспедиция творческая вообще была потрясающая, она была без камеры. Представляете, он приехал на съемочную экспедицию и не взял с собой камеру, преднамеренно, сознательно, для того, чтобы почувствовать их, для того, чтобы просто с ними побыть. И на самом деле, вот именно благодаря таким вот подходам, фильм приобрел невероятную глубину, приобрел какую-то такую глубину, о которой говорят зрители, которые посмотрели фильм, что они оказываются буквально через 20 минут, оказываются уже там. И это, конечно, потрясающе. Конечно, монахи были удивлены, когда приехал оператор, режиссер без камеры. И когда они говорят: а где камера? Все спрашивали: а где камера? Он говорит: я просто так к вам приехал. Да, просто так приехал, жил в графике. И думаю, что это было, наверное, самая важная съемочная экспедиция, когда он приехал без камеры. А что поменялось в жизни? Сложно сказать. Жизнь, она
не делай сегодня того, что не должно делать, потому что завтра может не наступить. Говорит Господь, живи, не думая о завтрашнем дне. Это говорит о том, что нужно сегодня делать правильные шаги и не делай сегодня ошибок, потому что завтра может не наступить, чтобы их исправить. И все. Я не разделяю людей по религиозным, политическим, национальным признакам. Монах или женатый священник, для меня нет никакой разницы. Для меня нет даже разницы, священник ли передо мной. Имеет значение даже не в том, человек ли перед тобой или животное. Для меня есть разница в том, к чему тоже я не смог подойти, даже приблизиться к этой скале. Есть для меня только имеет значение, но я не смог абсолютно к этому, скажем так, к сожалению, это та мельница, к которой я не подошел, которая для меня неприступная крепость, это момент уважения. Вот момент уважения и любви, который мы видим в главном герое, он видит перед собой человека. Или он видит перед собой животное, кошечку, собачку. Он видит перед собой растение, он его ногами не потопчет. Он ощущает миробытие, мир, окружающий его во всей его полноте, как Бог его дал. Он слышит голос речки, он слышит шум моря, он слышит шум дождя. И он всему этому радуется, всему Божьему творению, начиная с весь шестоднев, с первого и до шестого дня. И только тогда ты входишь в седьмой день, в день покоя, в день созерцания всего творения. Поэтому я не предпочитаю, я все время думаю о том, что как бы отнестись ко всем ровно, к каждому человеку ровно. Человек задает себе извечный вопрос, откуда, куда и зачем. Человек – это свидетельство того, что чело, смотрящее в вечность, человек – это тот, кто ищет Творца, и это прекрасно. Поэтому монашество – это замечательное явление в жизни человечества. А относительно молодого поколения, сказал бы только о сакральности жизни, о таинственности жизни, о вечных вещах, к которым нужно возвращаться, нужно думать об этом седьмом дне покоя, когда ты все творение воспринимаешь, когда молодому поколению, особенно которые в гаджетах сидят, в интернете и так далее, конечно же, шум дождя, шум речки, восход, заход солнца, особенно люди мегаполиса этого лишены совершенно. 150 лет назад, для того, чтобы хлеб появился на столе, нужно было землю вспахать руками, с помощью плуга в руках держать, зерно посеять, серпом сжать, выбить зерно в мельницу, когда уже мука есть, не дрожжи бросил и через час получил хлеб, а закваска. Закваску нужно целый день за ней ухаживать. Вся жизнь состояла из такого ухаживания, из заботы. Это то, особенно в чем нуждается не просто каждая женщина и девушка, это очень близко им, но нуждается в ухаживании каждый человек. Это то внимание, это та любовь. И, конечно же, когда после закваски, потом печь, а печь нужно было руками растопить, дрова туда. Это целый процесс, чтобы хлеб появился на столе, это целая история. И, конечно, когда появлялся хлеб на столе, руки дрожали, которые брали этот хлеб. И точно так же для Грузии очень знакомая тема вина. Прапрадедушка, это лоза, которая у тебя в огороде, ты это вино руками собираешь, за этой лозой нужно ухаживать. И он много-много труда. Потом это ногами, представляете, 100 лет назад ногами нужно выжать. Ты не знаешь, не скиснет ли это вино. Много внимания, заботы, ухаживания. Конечно, когда вино появляется на столе, ты до последнего момента не знаешь, каким оно будет. И все это, вся наша жизнь состоит из этого, с любви, которая выражается в ухаживании постоянном, в заботе. Вот что хотел бы молодому поколению пожелать и себе самому в первую очередь задумываться о том, что жизнь современная потеряла сакральность, таинственность. Но эта таинственность, ее не нужно искать в каких-то в туманах или в каких-то занавесках. Таинственность, она находится рядом, близко. Она находится буквально во всех вещах, которые нас окружают.
Вот чего бы хотел пожелать и не только молодежи, но и самому себе. То, о чем все время думаю, и то, о чем все время сожалею, о том, что тоже ежедневно не отдаю отчет о том, как с кем поговорил, где не проявил внимания, заботу, и где тоже не понимаю ценности, насколько вот нам нужно. Монахи Дахиара, первое, чем меня поразили больше всего при их встрече с ними, и когда я с ними полгода после знакомства приехал на полгода к ним, это то, как они бережно обращаются друг с другом, не врываются на территорию твоей души, твоего сердца. Если ты не спросишь, если ты сам не расскажешь, они не будут там тебе говорить, а там давай что-то. Очень-очень бережно относятся к тебе, к каждому человеку, который приходит. Конечно же, не все, но это в монастыре живет. Вот это уважение, бережность, корректность, можно так сказать. Это всем нам не достает. Всем добра и здоровья. Адам Садахар. Бегите и смотрите фильм. Это не просто фильм, это атмосферное погружение, в котором нуждается каждый человек. И каждый раз это новое кино. Слава Богу. Богу слава.